Трагедія у Могильові. На покинутой будовлі дома загинув хлопчик. Его сябра у крайне тяжким стані доставили в больницу. Гэта навученцы 45-й школы. На дзяцей звалилась бетонная плита перекрыцця. Место, где отбылась трагедия, приватный сектор Могилева. Побач с этновёской Зеленый Гай. У километра от микрорайона Сподорожник. Тут на закинутой будовле дома гуляли хлопчики. Что здарылся потом, не могут отказать, покуль ни эксперты, ни следшие. А вядома только одно. Дятей притиснуло бетонной плитой перекрытия. Двое детей 2007-2008 года рождения играли в этом здании. Произошло частичное обрушение стены и падение плиты перекрытия, которое придавило двоих детей. Об здарэнні по телефоне 101 поведомил их знакомый, так само школьник. На место одразу выехали спецслужбы, медики. Первую медицинскую допомогу потерпелому хлопчику оказали медики выратовальной службы. Яны провели реанимационные деяния и смогли запустить сердце малого. У больницу потерпелого привез реанимобиль. Хлопчик находился в крайне тяжким стане. Ребенок имеет тяжелую скелетную травму, сочетанное повреждение как каркаса костного, так и внутренних органов. На сегодняшний день ситуация крайне тяжелая. Ребенок и на сегодняшний, вот на данный час ситуация крайне тяжелая. Продолжается сердечно-легочная реанимация. Ребенок на искусственной вентиляции легких. Делается все необходимое. На месте здарэння зараз працуют следшие и эксперты. Яны проводят опытание видоводства, призначают экспертизы. Правоохранники зараз шукают и у ладара недобудованного дома, где гуляли хлопцы. Распочата криминальная справа по артикуле «Смерть по неосторожности». Наталья Ильинич, Денис Бутылин, «Новин региона».